Здорово, народ, с вами снова Любопыт, и мы дальше играем в игру Krampus is Home. Да, давненько у меня не было роликов по этой игрушке. Так, начнем с того, что мне надо зарядить свой фонарь. Так, и возьму-ка в другую руку еще этот, как его, ключ гаечный. Вот так-то лучше. Так, фонарь пока уберу, тут и без него светло. Так, у меня здесь до сих пор цель добраться до области 200. Как туда попасть, я пока до сих пор не знаю. В общем, мне надо как-то добраться. Так. Это у нас область 927. Да. О, блин! Опять этот ржет. Я где-то тут остановился, уже не помню тогда. Ну ладно, продолжаем. Так. Это ты ржешь? Чё за... Чё за фигня? Да хватит ржать! Кто там ржет, блин? Ой-ой-ой-ой-ой! Клоун! Там клоун едет. Самое главное, чтобы он меня не спалил. Он меня достал уже, этот клоун. Надо присесть. Уехал. Он наверх уехал. Давайте сначала лучше исследуем нижнюю часть, прежде чем отправляться наверх. 714. Я не могу открыть эту дверь, одна заперта. Зашибись. 915. На замке. Пипец. Так, не стоит еще про щелкунчиков забывать. А 916... О, открыл. Отлично. Ну, вообще, тут в тюрьме все двери на замке. Так, надо идти осторожно. 910-е. На замке. Так, а куда это мы тут пришли? 909-ю куда-то зону. Вот тут еще 912-я есть. О, 912-ю открыл. Так. Ну-ка. Сейчас пройдем. На замке. Не могу. Так. Ну все, прошел, прошел, прошел. Назад. Туда лучше не ходить. Так. А что у нас вон там? Ни черта не видно, возьму фонарик. 913-я зона. Так, она, интересно, открыта? Она закрыта. Так, ну ладно. Фонарик мне пока больше не потребуется. Экономим заряд. Ой, кто-то вошел сюда. Щелкунчик? Или этот клоун? Ой, на замке, блин. Самое главное, в ловушку себя не загнать. Вот это вот будет жопа. Твою дивизию, щелкунчик. Блин. А ведь это мог бы быть мой конец. Так, все, он ушел. Нам тоже надо сматываться. Так, дверь на замке. Ясно. Ну, вроде мы тут всю нижнюю часть исследовали. Значит, надо идти наверх, я так понимаю. Или мы еще не всю нижнюю часть исследовали. Щелкунчик! Щелкунчик, блин! Мразь! Этот клоун! Тикаем, тикаем, тикаем. Осторожно, тут щелкунчик. И он, кажется, пошел куда-то. Ой! Клоун! Так.
Ну ладно. Это у нас лестница наверх. Только надо быть осторожным, там сейчас ходит щелкунчик. Ой! Ран! Ай! Клоун, блин! Мразь! Он за мной гонится. У меня закончилась энергия, я не могу бежать. Черт. А это что за... А, я назад сюда прибежал. Клоун, вали отсюда. Блин. Ой, ты... Ну ты чмырь, блин. Дай, говнарь. Ой, слава богу. Уехал. Как мне этот клоун надоел уже. Ой. Опа. Это же эльф. Вот скотина. Я-то уж думал, я от него избавился. Тут думал, никого кроме вот этих вот клоунов и этих щелкунчиков не будет. А тут на тебе. Еще и старый враг объявился. От этих-то хоть убежать можно, от этого хрен сбежишь. Щелкунчик. Ой, вон он. Давай иди отсюда. Клоун. Вон он. Так, ладно. Мне нельзя шуметь, я не хочу разбудить его. А-а-а! Идиот! Я его разбудил! Я балбес, блин! Я разбудил эльфа, ядрен батон! Все, я в домике. Да блин, этот эльф и тут спалить может. Но он сюда не сможет залететь. Зашибись, вот я эльфа разбудил. Это что, странный камень? Так, беру их. Я так понимаю, они мне еще понадобятся. Так, ладно, а теперь надо текать отсюда и при этом не попасть на глаза этому эльфу. Он чмырь. Тот еще. Щелкунчик. Это не есть хорошо. Так. Попробую исследовать здесь как следует. Опа! Что это за дверь? Я ее еще не видел. 917. Так. А, я, кажется, понял. Ну-ка. Кажется, это доска с зеркалом, и я думаю, что двух объектов не хватает. По одному с каждой стороны. Я понял. Кто здесь? Уходите. Так. Этот камень сюда. Этот сюда. Да-да-да. Открыли. Что у нас тут? Водяной пистолет. Против эльфа и ключ от главной области. Так, от какой именно? Спрячусь-ка я под стол, чтоб меня не поймал этот паскуда эльф. Так, от какой... А, это гаечный ключ. Так, 909. А, я видел эту область. Сейчас до нее доберусь. Так. Одну руку... В одну руку беру фонарь. Эй. Я сказал, фонарь беру. В другую водяной пистолет против эльфа. На всякий пожарный. Так... Ой-ой-ой, клоун. Но слава богу, он не сюда идет. Опа, люк.
А, я знаю. Надо откручивать болты. Вот мой гаечный ключик. Сейчас мы их открутим. Давайте откручивать здесь болтики. Так, а куда я сейчас попаду? Непонятно. Ну, сейчас мы это выясним. Так, надо ключик взять. Нет, надо взять пистолет. И ходить с фонарем. Так, я спустился. Ой. Клоун. Так. Мне кажется, или я здесь уже был? Беру-ка я фонарик, пожалуй. 926. 927. Опять этот пацан. Да-да-да-да-да, это вот то самое место. Только теперь надо понять, как я в 909-ю зону попал. Кто тут меня спалил? Эльф? Эльф, блин, ты редкостный паскудник. Но это не эльф. На замке. Вот, по-моему. Бежим скорей. Самое главное, эльфу на глаза не попасться. Так. 911, 900. Вон, 909. Да-да-да. Вот та самая зона. Где-то у меня ключ. Ключ он у меня вот. Так, все. Открыли зону. Ой, щелкунчик. Щелкунчик, уходи. Так. Эй, а где мой фонарь? О, так-то лучше. Тут темновато, больно. Так. Щелкунчик сломанный валяется. А может и не сломанный. Так, 915. Открывается. Эй. Щелкунчик. Ты тут в рабочем состоянии? Нет, походу не в рабочем. Иначе он бы на меня напал. А это что за дверь? Ой, открыл? Ну нет, подождем. Давайте-ка сначала зоны исследовать. Посмотрим, куда они ведут. Заперто. Заперто. На замке. Все на замке. А, ну это ж тюрьма. Так, и надо убрать фонарик. Мы ж вроде как тут заряд экономим. А там что? Какой-то темный коридор, где ни хрена нету, понятно. То есть ходить сюда вообще никакого смысла не было. Ну ладно, отправляемся тогда вон туда. И народ, кажется, у меня садится. Да-да-да, он потихоньку садится. Фонарик мой. О, опять эта чертова локация. Я ее помню. Надо перепрыгивать. Но в этот раз вроде тут никто не ездит. Ну чё ж. Сейчас перепрыгнем. Так. А чё стоять? Почему?
Shift это ж бег. Так, а я помню, у меня он не хотел в прыжке. Да, не хочет все еще. А как тут я прыгнул-то тогда, я уже не помню. Ведь как-то я тогда прыгнул. Так, подождите. Все, вспомнил, я тогда прыгнул, управлял не этот. Не V, а SD, а стрелками я, короче, управлял, чтобы прыгнуть. Да, и фонарик у меня окончательно сел. Поэтому давайте-ка я его заряжу. И уберу в сторонку. Так, ну все, готовимся к прыжку. Ай, блин! Зараза! А где у меня последняя контрольная точка? Вот зараза-то, а? И я надеюсь, меня хорошо слышно. О! Я здесь? Ну, это хорошо. Это хорошо. А то я думал, я уже там начну. Так. Перепрыгнул. Так. Куда мне дальше идти? О, у меня еще нормальный заряд у этого фонарика. Ну, хотя, на самом деле, не нормальный, а маленький. Так, я не понял. Меня типа кто-то спалил? Или мне так кажется? Так. Ладно, а куда мне дальше идти? Вот я перепрыгнул. Дальше что? Что будет, если я пойду вон туда? Тут у нас тупик. Ага, ну значит мне там надо прыгать опять. Так. Ай ты, блин! Вот только я говорил, что хорошо, нет никого. Вот тебе, блин, пожалуйста. Клоун. Нас тут клоун, зараз, появился. Так. Ну-ка. Перескочил. Самое главное, на глаза клоуну не попадаться. Ой-ой-ой. Меня тут снести к хренам еще может. Так, здесь... А, ну здесь-то клоун до меня точно не доберется. Ну, попросту негде. Так. Ну что, сейчас готовимся к прыжку. Ой, нет-нет-нет, ждем. Там клоун. Там клоун. Надо подождать, пока клоун проедет. Так, клоун вроде уехал. Сейчас пронесется. Опа. Так. Где там этот чертов клоун катается? О, здесь я от него хоть побегать могу. Клоун. О, нет-нет. Так, я не пойму. А где мне сейчас-то прыгать? Ой! Оу, щит. Ай-яй-яй-яй-яй, блин! Тикаем, 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 тикаем! Собака! А ты, блин! Как мне повезло! Надо срочно бежать от седого. Где там дырка, в которую прыгать надо? Тут этот клоун, блин, мне всю малину портит. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Клоун, давай уходи отсюда.
ты меня уже задолбал. Зараза. Дыра! Вроде сюда надо прыгать. Прыгнул. Так. А я прыгнул сюда. То есть тут куда надо? Так, стоять, я не понял. Да блин, здесь два клоуна! Зараза! А, закрытая дверь! Чтоб ее! И куда мне теперь? Где искать ключ? А, здесь где-то. Ой. Только осторожно. Да то меня стесни, может. О, клоун! Господи, только бы он меня не спалил. Только бы он меня не спалил. Твою ж дивизию, он сюда едет! Клоуну, уезжай отсюда нахрен на своих колесиках, блин. Ты меня достал. Да он опять сюда едет, этот. А, это другой клоун. А вот там уже мой. Надо здесь спрятаться. Я не понял, он сюда, что ли, едет? Нет, это тот клоун. Ой, но им... И мой тоже. Блин. Фух, он меня не заметил. Ай! Ну вот и зараза, блин, клоун! Где тут еще от него спрятаться, от этого чмыря? Вот чертов клоун, а! Блин, как мне тут через этих клоунов-то пролезть? С одним-то клоуном на Майлз тут еще. Так, где я сейчас нахожусь? А, я нахожусь у этого вроде клоуна. Да нет. Я у другого клоуна сейчас. Еще он у того. Чмырь. Клоун, иди в жопу. Ой-ой-ой. Оу, щит. Щит. Ну все, я загнал себя в ловушку. Блин. Вот паскудник клоун, а. Я не знаю, как я сейчас через этих клоунов пролазить буду. Это вообще пипец какой-то. Ну ладно, ладно, ладно. Так. Самое главное, надо найти место для прыжка. Я уже не помню, где оно находится. Это самое место. Вон оно где находится. Зажимаем Shift. Фух, так, перепрыгнул. Так. Здесь тоже клоун, вроде как. Так, только его... Лишь бы этот гад меня не спалил. Если он меня спалил, то все, мне хана. Вроде не спалил. Не спалил. Слава богу.
Ой, он едет. Дверь закрыта. Так, быстренько сюда и прячемся. Ждем, пока клоун проедет. Так, он едет, он приближается. Так. Следим за ним. Ай! Не-н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 е! Уйди! Уйди! Ай! Он же меня замедляет! Этот говнарь! Ну все, хана мне. Зараза! Чмырь! Все, про эльфа можно забыть, он меня тут уже не тронет. Я от него отошел. Все, блин, про эльфа забыть уже можно, он меня не тронет. Потому что ушел я от него. Надо вот об этих чмырях думать. Красноносых. Чтоб их. Вот. Чмырь. Ты опять тут. Ай, говнарь. Отвали от меня. А, да чтоб тебя. Ну ты говнарь. Я уже не боюсь местных скримеров, я к ним привык. Но этот клоун просто говнарь. Ну ты собака. Ты собака, клоун. Ты это понимаешь? Да, я раньше не знал, не понял, что это клоун. Говорил, что это хрень на колесах. Дай... Когда прекратится эта клоунада? Это щит. Я в дерьме. Вот! Мое спасение. Эха! Все. Так. Я теперь понял, как надо с этим клоуном разбираться. Сейчас вот он проедет, и мне надо прибыть готовым. Чё за... Чё за дичь? Чё за дичь? А где клоун? Клоун, давай сюда езжай. Давай езжай сюда. О, едет. А, нет, это не тот клоун. О, а вот это тот. Теперь текаем. О. Закрыто. А! Вот оно что. Едет. И уехал. Скорее. Хватаем гаечный ключ. И бегом отсюда.
пока клоун не приехал. Так. Все. Здесь-то клоунов, я надеюсь, не ожидается. Так. И куда я сейчас иду? Это что за место? Если я спущусь вниз, то ничего хорошего. Значит, надо идти наверх. Чё, опять туда? Ой, дверь закрыта. Так, и что сейчас будет? Я обернулся. Так, и чё? И я куда-то пошел. Сейчас что-то будет. Я уверен, сейчас что-то будет. А, кто-то сверху смотрит на меня. Это эльф, скорее всего. Ой, блин. Звук какой-то. Эльф! А, это не эльф сверху смотрит, это... Эльф, короче, меня скинул. Блин. Звук маленько громкий, я не знаю, слышно ли меня было. Потому что звук громкий. Но я надеюсь, что меня слышно. И чё, это мой конец? Все, я упал. Типа я упал, и все, это мне конец пришел. И что-то еще будет дальше. А, да, еще что-то дальше. Ну-ка. И что тут произошло у нас? Здесь какое-то дерево. А, в бассейн упали. Эльф-то воду не любит, а мне-то... Чё, с воды? Мне-то нормально. А эльф воды боится. Так, я отхожу. Да хотя, кто его, этого эльфа, знает? Может, он еще выжил? Кто-то смеется. Там кто-то есть? Или это очередная галлюцинация? Девочка какая-то. По-моему, это галлюцинация. Опять. А где звук? А, все. Все это дальше. Продолжение. Я должен искать выход. Но это моя цель по-прежнему. Цель найти выход. Все, эльф меня больше не потревожит. Этот паскудник. Наверх, если я пройду, то тут ничего особенного нет. Значит, мне надо идти наоборот вниз. Ну хорошо. На этом, наверное, пожалуй, все. В следующий раз будем проходить дальше.